Всем привет, друзья! С вами Алексей Глыжев, создатель проекта BeProfi, стань профессионалом. Сегодня у нас новый урок, он посвящен SEO, то есть продвижению ваших сайтов, ваших интернет-магазинов. А именно я хочу рассказать о сервисе PR News, который позволяет продвигать ваши сайты, интернет-магазины, покупая рекламу на популярных площадках по всему миру. Дабы сразу было понятно, можно разместить статьи, ссылки, пресс-релизы на таких площадках, как «Московский комсомолец», газета UA и так далее. Огромное количество площадок по всему миру, более 50 тысяч, если я не ошибаюсь. Из плюсов это возможность быстро подобрать площадки согласно вашим критериям, быстро их отсеивать, смотреть показатели по разным системам, то есть TrustFlow, заспамленность, Яндекс, индекс качества сайта и так далее. Все в одном интерфейсе. И гибко сортировать площадки, например, по аудитории. То есть вы можете четко понимать, есть ли смысл размещаться на данном ресурсе, какая там целевая аудитория, подходит ли она вам и так далее. Сразу замечу, обзор этот подготовлен в интересах сервиса PR News. Они мне предложили сделать обзор и для вас предоставили промокод BeProfi, который дает возможность 2 недели потестировать сервис в Pro-версии, то есть бесплатно, без какой-либо оплаты. То есть, используя этот промокод, вы можете попробовать 2 недели сервис, даже если не планируете покупать, можете подобрать потенциально сайты, выгрузить их в Excel и потом решить уже, нужно ли вам покупать рекламу, там цены, все вы сможете увидеть. То есть, ценники самые разные. Понятно, что на ресурсах типа «Московский комсомолец» цена будет одна, на более простых новостных ресурсах цена другая. Ну и, конечно же, все зависит от положения новости, вашей статьи, наличия на главной и так далее. Все это вы можете гибко настроить, посмотреть, то есть создать фильтры и понять, нужно вам это или нет. Давайте без лишней воды приступим. Итак, друзья, вот он сам сервис. Сразу же давайте включим русский, чтобы было более понятно. Вот здесь вот переключатель. Здесь все предельно ясно. Значит, основные преимущества какие? Вы можете покупать пресс-релизы, размещать ссылки и статьи на самых популярных площадках. То есть вот преимущество, идеальный инструмент для распространения пиар-контента, пошаговый процесс создания, все в одном удобном пресс-центре, поддержка в чате. Сейчас покажу основные плюсы. Переходим в каталог СМИ. И вот смотрите, что здесь есть. Самые разные сайты с разных регионов. И вот, пожалуйста, Sunday Post, Я Плакал, Польские, Московский Комсомолец, газета UA, казахские и так далее. Огромное количество ресурсов, на которых можно разместить рекламу. То есть гибко можно подобрать сайты. И на текущий момент доступно 54 674 площадки. Ну, возможно, когда вы смотрите это видео, уже и больше. Здесь фильтр. Пожалуйста, по регионам, где вас интересует целевая аудитория. Вот, например, выберем СНГ. И сразу же вот ресурсы популярные. Я Плакал, Московский комсомолец и так далее. Вот эти ресурсы. И дальше мы можем уже отсортировать более гибко по стране. Например, вот Азербайджан. То есть какие ресурсы есть для Азербайджана. Опять же, если мы выбрали СНГ, Россия, Украина и так далее. То есть вы можете посмотреть и главное узнать количество целевой аудитории. Дальше. Ниже есть города. Также можно отобрать по городам, где популярны данные площадки. Давайте, например, выберем Москва. Категория. Например, давайте выберем бизнес. То есть вот 270 площадок по бизнесу. И примерная стоимость размещения 8 евро. Ну, у меня цена в евро, потому как у меня сейчас VPN включен. Сейчас панельки покажу. Можно поставить любую валюту и так далее. Да? Вот категория бизнес, например. Либо давайте, например, попробуем игры. То есть вот ресурсы, которые связаны с играми, и соответственно на них можно размещать рекламу игровых сайтов, интернет-магазинов и так далее. Давайте уберем пока. Ниже идет тип публикации, то есть какие публикации принимает данный сайт. Интервью, колонка, нативная реклама, новость, пресс-релиз, рекламный пост, статья. То есть, ну, можно выбрать, дабы быстро отсеять. Например, вы хотите разместить пресс-релиз, а какой-то ресурс не принимает, чтобы быстренько это все отсеять. Ну и дополнительные условия, то есть новостные агрегаторы и пометка о рекламе. То есть будет ли пометка о рекламе или нет,
будет ли анонс на главный или нет и так далее. Вот можете посмотреть интересующие вас параметры. Ну и конечно же, чтобы не было закрыто от индексации, также можно использовать. Ниже идет рейтинг. Но все это не главное. Давайте откроем любую площадку. И вот здесь вы видите, чтобы посмотреть более детальные метрики, нужно авторизоваться. Вот это самое интересное. Смотрите. Регистрация предельно проста. По ссылке в описании можете зарегистрироваться. И используя промокод BPROFI, вы получите 2 недели про аккаунта. Даже если вы не планируете покупать, а просто хотите ознакомиться с сервисом, я настоятельно рекомендую, потому как вы здесь увидите много интересных параметров. Смотрите. Плюсы про версии очевидны. То есть вы можете экспортировать площадки в Excel, дабы потом удобно отсеять их, выбрать нужные. Также есть топ-издание для деликатных задач, то есть ресурсы, которые работают с деликатными темами. Списки отобранных площадок, то есть вы можете предварительно формировать для себя список площадок, дабы впоследствии на них публиковать уже, то есть отбирать, да. И есть блэк-листы, то есть также вы можете в блэк-листы заносить сайты, дабы удобнее было все это делать. И главное, это расширенные фильтры и больше информации о площадке. То есть, по сути, с различных платных ресурсов вся информация о площадках будет сразу же вам доступна. Это экономит массу времени, то есть не нужно, что называется, пробивать ее еще где-то. Вы сразу видите все здесь. И зачастую эти сервисы платные, в совокупности, в сумме они стоят гораздо дороже, чем Pro-версия. Поэтому настоятельно рекомендую попробовать 2 недели, опять же бесплатно, вы ничего не теряете. Просто посмотрите. Теперь давайте перейдем в саму панель управления. Процесс регистрации показывать не буду, он предельно прост. Я уже зарегистрирован. Нажимаю вход, email, пароль и вхожу. Вот у меня уже пополнен баланс на $50. Валюта выбрана доллар. И вот смотрите, когда я вошел под Pro аккаунтом, выбрать издание, какие здесь нам доступны метрики. Вот вижу стоимость. И вот теперь нам доступно, во-первых, экспорт, время публикации, прочие дополнительные параметры. И, что немаловажно, если мы перейдем, вот откроем любую площадку, то мы здесь мы видим цены размещения, то есть можно и на главное публиковать. Вот на главное на этом ресурсе, но это очень популярный ресурс. Первое место $509, пятое место 160 и так далее. Ну, потенциальное количество трафика и эффективность такой ссылки будет, я думаю, более чем оправдает данные суммы. Ну и так далее. Вот репост в Facebook, сколько стоит. Но, что самое интересное, ниже идут все метрики. То есть Яндекс.Икс, заспамленность, Majestic Trust Flow, трастовость и так далее. Огромное количество параметров. То есть вы можете детально изучить площадку и понять, стоит ли на ней размещаться. Понятно, что в случае с «Я плакал», ресурс популярен. Здесь размещаться стоит, но цена-качество. Но это очень важно в случае с, например, зарубежными сайтами, которых вы не знаете. Либо с менее популярными площадками, с какими-то мелкими новостными ресурсами. То есть под вашу тематику. Из интересного мы можем выбрать сайты с Google Analytics. И вот смотрите, на данный момент более 1000 площадок, которые подключены к Google Analytics. И после публикации вы сможете получить отчет о количестве просмотров статьи и среднем времени нахождения пользователя на странице. То есть помимо прочих параметров вы можете изучить эффективность и дабы понимать, стоит ли размещаться впоследствии на данном ресурсе. Возможно, стоит экспериментировать с ценой и положением новости, типом публикации и так далее. То есть вот те ресурсы, на которых есть Google Analytics, мы также можем сразу же отсеять. То есть есть разные цены, вот пожалуйста, под вашу тематику. Ну, например, категория автомото, например, у вас магазин с автозапчасти, и вот здесь есть автомобильный портал, вот $13, нажимаем на него. И сразу же видим, стоит ли на нем размещаться, то есть цена будет $13. 3 ссылки открыты, без пометки, анонс на главной, до 5 изображений, здесь индекс по Яндексу, заспамленность и так далее. В принципе, размещаться, ну, наверное, стоит. Опять же, нужно пробовать. Ну и давайте теперь разместим, покажу, как это работает. Вот в избранных, у меня уже добавлен B2Blogger.com,
пресс-релиз, можно нажать на площадку и посмотреть Яндекс.X, заспамленность и так далее. Также здесь есть статистика посещений, география целевой аудитории, то есть Россия 87, Индия 652, интересно, Украина 604. Источники прямой, реферальный, поисковый 71, то есть 71% поисковых систем. Данные по SimilarWeb, платный сервис, опять же, то есть все здесь есть. Ну и также мужской, женский, демография аудитории, возраст и так далее. Разместим здесь. Как это сделать? Вот здесь указаны цены, то есть вот $50 за пресс-релиз. Дополнительно можно выделить цветом, не знаю, нужно это или нет. Нажимаю к оплате. Завершить заказ. Ну и с баланса, у меня на балансе $50. Нажимаю списать с баланса. Продолжить. И вот обратите внимание, теперь нужно добавить текст. Нажимаю на саму заявку. И вот обратите внимание. Здесь можно посмотреть скриншот анонса, где будут пресс-релизы. Смотрите. Нажимаем и видим, вот где они есть. Как это сделать? У меня для публикации подготовлен пресс-релиз. Это пресс-релиз Приватбанка. То есть вот это у нас заголовок. Копировать. Вставляем. Далее сам текст. Копирую текст. Копировать. Вставляем сюда текст. Также давайте отформатируем, то есть у нас ссылочка подтерлась. Нам нужно вставить ссылочку, собственно, вот ссылка на приват. Копировать. Выделяем. Вставляем ссылочку. Вот у нас ссылка. Открывать в новом окне. Окей. Проверяем описание текста. Согласно пожеланиям либо вас, либо заказчика. Контакты пресс-службы. Также давайте это все подправим. Вот так вот. И ниже нам остается только добавить картиночку. Обратите внимание, что добавить фото с разрешением 600 пикселей по ширине. У меня подготовлена картинка. Но она у нас по ширине 960. То есть я ее уменьшу. Окей. И сохраняю изменения. Готово. Теперь можно добавить ее сюда. Нажимаем на плюсик и выбираем нашу картинку. Открыть. В принципе, все. Нажимаем опубликовать. И теперь вот система нам сообщает, что модератор проверит текст и он будет опубликован. Примерно это происходит в течение часа. Также, если вы обратили внимание, вы можете задать определенное время. То есть, чтобы, например, до определенного времени пресс-релиз, либо ваша статья не была опубликована. Может быть, вы хотите как раз-таки после какого-то события, либо до какого-то события опубликовать нужный вам материал. Ну и, конечно же, перейдя в кабинет, вы можете видеть ваши пресс-релизы и видеть текущий статус. Вот в процессе. И вот спустя некоторое время мы видим, что материал опубликован. Можно посмотреть, нажимаем. И видим, как это все выглядит. Вот наш пресс-релиз, картиночка. И если мы перейдем на главную, мы также увидим здесь данный материал. То есть потенциально, помимо эффективности самой ссылки, мы также будем получать трафик, в данном случае на Приват24. Давайте просмотрим ссылку. Ссылка открыта для индексации. То есть и SEO-эффект, и трафик, то есть двойной эффект. Все, что теперь остается, это подтвердить данную публикацию. Нажимаем кнопочку «Подтвердить». Готово, пресс-релиз опубликован. Собственно, на этом все. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Я надеюсь, оно было вам полезно. Как мне кажется, сервис действительно интересный. Пишите, что думаете. Основные плюсы – это, конечно же, гибкий подбор сайтов согласно вашей целевой аудитории. То есть можно понять, стоит ли размещаться там-то, потому как по этим параметрам, по гео и так далее, есть ли там ваша целевая аудитория, нужно ли вам там покупать рекламу и какова будет эффективность ссылки в зависимости от заспамленности и прочих параметров. На этом всем спасибо за внимание, если было видео полезно, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пока.